месца, куды людзі прыходзяць памаліцца і вызнаваць грахі, дзе чалавек застаецца сам-насам з Богам. Царква. Рэлігійнае жыццё пераважна жыццё пачуццяў, самы натуральны, самы старажытны, а разам з тым і самы высакародны спосаб выказвання малітоўных пачуццяў ёсць без сумнення ў слова чалавека. Яно дадзена кожнаму ў першую чаргу для таго, каб людзі славілі Бога. А словы ж перадаюцца ў малітве і спевах. У царкві заўсёды можна пачуць не проста манатоннае зачытванне святога тэксту, а дзіўнай прыгажосці спевы, якія канцэнтруюць увагу на правільных малітоўных думках. Але ж чаму ў царкве прынята менавіта спяваць? Чаму малітва – гэта адна з асноўных біблійскіх музычных традыцый? Недаром говорят, что служба – это Божья симфония, начинаясь и заканчиваясь во временном пространстве, а службы она не заканчивается в жизни никогда. В церкви именно принято петь больше, чем читать. На этот счет есть богословское толкование. И оно заключается в том, что человек в самых своих возвышенных проявлениях вот своей сути человеческой, вот жизни его души, он возвышается вот до того, что не может говорить просто бытовым языком, а он начинает петь внутри. Знаете, такое есть даже и понятие, что вот душа поет. Вот это именно это происходит в церкви. Бог сотворил только один инструмент – человеческий голос. Он его встроил в человека. Все остальные инструменты создал человек уже. Мне кажется, в этом есть какое-то зерно, об этом можно подумать. От человеческого сердца человек должен воспевать голосом, самой трепетной такой струной, которая встроена в человека. Это его голос, который может все. Голосом можно выразить все. Спевы – гэта злучэнне слоў з музыкай. Для выказвання пачуццяў патрабуецца ўзнёслае маўленне – паэзія. Гэта добра даказваюць праваслаўныя багаслужэбныя кнігі. Яны складаюцца з паэтычных твораў, якія тлумачаць рэлігійныя ісціны ў галасах і спевах. Аднак чый жа голас, акрамя святара, гучыць у сценах малітоўнага дома? На жаль, многія, прыходзячы сёння ў храм, думаюць, што царкоўная музыка, якая гучыць падчас набажэнства, даносіцца з дынамікаў, і ўсе спевы запісаныя на лічбавыя носьбіты. Аднак гэта вялікая памылка. Кажучы сучаснай мовай, у храме на службе выключна жывы гук. Малітоўныя пералівы – праца прафесіянальных хароў на чале з рэгентам. У сённяшняй праграме мы хочам больш падрабязна спыніцца на гэтай з'яве і расказаць дэталёва, што ж сабой уяўляе царкоўны хор. Богослужебный хор – это богослужебный организм, который помогает молящимся прочувствовать всю глубину богослужения, всю глубину молитв, их смысл передать. И, в общем, это такой глас народа к Богу, скорее. Это такой инструмент, если хотите, благодаря которому люди могут вникнуть в суть происходящего на богослужении. И я считаю, что наша задача именно заключается в том, чтобы помогать молящимся в храме. На мой взгляд, чтобы понять, что такое церковный хор, нужно прежде всего понять, что такое богослужение и какое место в богослужении занимает церковный хор. Вот если по форме разбирать богослужение, оно состоит из возгласов священника и ответов вот со стороны хора. Вот, по замыслу наших создателей богослужения хор церковный, он олицетворяет собой всех молящихся в храме. Вот, и функция хора – доносить чувства, скажем так, мысли, переживания, которые испытывают в это время собравшиеся в храме, вот, доносить их в звуки. Вот, и, конечно же, вот, направлять, что ли, так ввысь к небесам, к Богу. Вот, конечно же, в древности пел весь храм, то есть пел весь народ. Почему и в книгах церковных написано «И народ отвечает священнику».
Аднак з цягам часу багаслужэбныя тэксты ускладняліся, і простаму чалавеку было цяжка і практычна немагчыма з імі справіцца. У сувязі з гэтым дзесьці ў 3-4 стагоддзяў свой пачатак бярэ традыцыя аддаваць хору так званы «Голас народа». Такім чынам і з'явіліся праваслаўныя вакальныя калектывы. Царкоўны хор складаецца не проста з вакалістаў, а спеўчых. У хрысціянстве гэта ніжэйшая ступень клірыка, асноўная задача якога співаць на клірасе падчас грамадскага набажэнства, гімны, малітвы і псалмы. Па правілах і традыцыях, якія склаліся за доўгія гады, у хоры павінна быць аптымальна 12 чалавек. Вядома, гэты пункт адносіцца больш да гарадскіх парафіяльных калектываў, паколькі ў вясковых храмах не заўсёды ёсць столькі вернікаў, якія спяваюць. Аднак строгага абмежавання на 12 пеўчых таксама не існуе. Колькасць чалавек у хоры можа быць як меншай, так і большай. Доўгі час у багаслужэбных харах спявалі выключна мужчыны. Толькі ў 19 стагоддзі пачаў развівацца партэсны спеў, калі ў калектывы запрашалі і жаночыя галасы для таго, каб зрабіць больш разнастайным гучанне. Зараз жа хары падзяляюцца на мужчынскія, жаночыя і змешаныя. У першых спяваюць толькі мужчыны, у другіх – жанчыны, а змешаныя аб'ядноўваюць у сабе і тых, і іншых. Предположим, если это просто приходской хор, который участвует просто в богослужениях, приходит скорее даже помолиться, здесь вопрос решается немножко по-другому. Здесь все просто. Если ты хочешь, если ты любишь петь, то пожалуйста. Когда я начинал вот свой регенский путь, это было 15 лет назад в поселке Михановичи, тогда у нас открылся приход и встал вопрос, а где же брать хор? Ну и тогда мы начали искать усиленно просто по поселку людей, которые когда-то пели, которые умеют петь, которые любят петь. И так, слава Богу, насобиралось 8-10 человек. Есть и другой вопрос. Сейчас, когда касательно нашего хора, я могу сказать, да, когда у нас задача все-таки не только богослужебная, вот, потому что мы участвуем во многих концертах, во многих церковных мероприятиях, церковно-государственных мероприятиях. Здесь, конечно, мы смотрим уже немножечко на другие составляющие. Очень важно, на мой взгляд, очень важно, конечно, сама постановка голоса. Потому что когда отдельно торчащие, скажем, голоса в коллективе есть, оно очень сбивает, оно очень отвлекает. Вот, поэтому этот критерий очень важен лично для нашего хора. Конечно, хорошие вокальные данные, умение владеть голосом. И, конечно, предпочтение отдаем профессионалам. Хотя у нас есть любители, которые поют уже много лет в храме, у них вот есть этот навык пения, выработался годами, и они вполне себе тоже справляются с этой задачей. В разное время церковный хор как явление существовал, конечно, исходя из обстоятельств и среды, в которой он существовал. Как вы понимаете, я, допустим, начинала в 91-92 году ходить в церковный хор, когда он только-только, вообще церкви у нас открывались. Вот храм Марии Магдалины, который находится около общежития консерватории, конечно же, вбирал в себя и использовал лучшие силы певцов, которые знали музыкальную грамоту. В связи с этим в хоре Марии Магдалины, в принципе, не было проблем с певчими. А в те 90-е годы для того, чтобы возрождать церковное пение, приходилось, конечно, очень многое пройти певцам. Мало того, изучить нотную грамоту, но и плюс ко всему гласы и все-все-все сложности, которые связаны с особенностью церковного пения. Честно говоря, я вот достаточно поздно воцерковлялся, именно в студенчестве. И я помню, очень хорошо помню свое впечатление. Вот я вижу священника, диакона, вот они осуществляют богослужение, народ с ними находится в таком полном единстве, в молитвенном предстоянии совместном. И вот слева стоит коллектив хоровой, и вот этот хор, вот чувствуется, что он как бы отстранен от этого молитвенного состояния. Чувствую, что они как бы приглашены для участия в богослужении, но в этом богослужении непосредственного участия по сути не принимают.
Магчыма, узнікае пытанне, чым жа царкоўны хор адрозніваецца ад хору ў класічным разуменні, які мы прывыклі бачыць на канцэртных пляцоўках. Апошніх, дарэчы, вялікая разнастайнасць: акадэмічныя, народныя, джазавыя, эстрадныя, аматарскія і гэтак далей. З музычнага, тэхнічнага пункту гледжання, магчыма, падабенстваў шмат. Вядома ж, удзельнікі і царкоўнага харавога калектыву, і свецкага музычнага ансамбля павінны валодаць добрымі вакальнымі і слыхавымі даннымі. Але ці толькі гэта важна? В чём же его различие от академического? Очень много надо знать на память. Церковный хор настолько хорош, насколько в нем поют воцерковленные люди. И те люди, которые осознают значение молитвы, смысл канонического текста, смысл Божьего слова. Пение – это основа богослужения нашего. Но певцы должны быть незаметны. Они не главные в храме. Но без них невозможно. Вот такая история. Без них ничего не будет, но они не должны выпячиваться, они не должны производить концертные эффекты, чтобы люди оборачивались и смотрели: ой, кто-то там у нас сегодня что-то новенькое, какой-то новый солист пришел, что-то они там новое выучили. Вот этого не должно быть, потому что молитва на первом месте, а молитва – это слово. В церковном хоре главное – донести слово до прихожан. И этому подчинено все наше делание, вот, служение. Ну и хор Лавры не срывает. Службу отпел, перекрестился, пошел. Никаких тебе аплодисментов и никаких тебе откликов с букетами. Если светский хор, в самом хорошем смысле светский, здесь нет ничего уничижительного, не церковный хор, когда он выходит на сцену, становится лицом к зрительному залу, вот, и начинает исполнять произведение искусства, его задача коллектива и дирижера – привлечь внимание зрителей к себе, так сказать, завладеть их вниманием, их мыслями, их чувствами и постараться поднять их на определенную высоту, потому что хоровое искусство, в принципе, это высокое искусство, оно возвышает душу, и это прекрасно. Но посмотрим, а какая же функция хора в церкви? Если хор в церкви будет с таким же настроением исполнять песнопение, не повредит ли это богослужению? Як правіла, усе спевы ў выкананні хароў на набажэнстве гучаць на царкоўнаславянскай мове. Нават святары вымаўляюць урыўкі кананічнага тэксту на распеў. Так, напрыклад, у святых радках усе літары «о» вымаўляюцца менавіта як «о», а не так, як мы ўжываем слова ў бытавой мове. Это возвышенный язык очень. Мы в храме поем только по-церковнославянски. И хочу еще здесь сказать, некоторые считают, что «ой, у них там все непонятно». Это миф, все понятно. Даже если что-то непонятно, человек может догадаться. Ведь, например, русские слушают белорусов и понимают, или белорусы поляков, мы же понимаем. Вот, просто нужно приложить труд. Ну, если мы приложим этот труд к пониманию церковнославянского языка, мы услышим, какой он красивый, возвышенный. Это же язык, который специально создан для восхваления Бога. В церковнославянском языке все буквы «о» читаются как «о», в отличие от русского языка. Ведь «о» – это возглас, а «а» – это крик. У кожнага калектыву, вядома, павінен быць свой кіраўнік. Звычайна свецкім хорам, як правіла, кіруе дырыжор. Менавіта гэтаму чалавеку належыць мастацкая трактоўка твора. Ён жа закліканы забяспечыць як ансамблевую складнасць, так і тэхнічную дасканаласць выканання. У царкоўным жыцці гэтую місію нясе рэгент. Але ці можна паміж рэгентам і дырыжорам паставіць знак роўнасці? Рэгент – это і маць, і отец. По-хорошему, если так брать. Потому что хор – это ведь организм, это личности.
А когда это профессиональные музыканты, это в 10 раз сложнее, потому что каждая личность, и каждому нужен свой подход. Поэтому регент здесь и учитель, регент и строгий воспитатель иногда. Но чаще, конечно, такая отеческая и материнская любовь, они, конечно, большую роль играют. Потому что все мы люди, и всем нам хочется хорошего и доброго отношения к себе. Поэтому задача регента – это не только дать тон, не только поставить ноты. В моем понимании задача регента гораздо шире. В церкви регент сейчас занимает очень важное место, вот играет важную роль. В богослужении именно от регента во многом зависит, скажем так, образ такой вот, скажем, дух богослужения. Регент не только администратор, его задача не просто собрать хороших певцов, его задача, конечно, в первую очередь самому быть помощником в богослужении, помощником священника в первую очередь, потому что именно со священником регент общается во время богослужения вот, и должен чувствовать и слышать вот каждый его возглас для того, чтобы богослужение сформировалось вот в общее действие. Кожны пеўчы ў хоры абавязкова павінен быць вернікам, праваслаўным хрысціянінам. Наведваць царкву трэба не толькі тады, калі проста хочацца паспяваць, а рэгулярна. Таксама трэба прыходзіць на службы да споведзі, прычашчацца, удзельнічаць у жыцці храма. Бо чалавеку, які далёкі ад царквы, спевы ў хоры не прынясуць ніякай карысці. Яны павінны быць выкліканы станам душы, вялікім жаданнем служыць Богу і быць бліжэй да Яго. Але ж сёння богослужебные хоры не только выконывают святые тексты, находящиеся на клиросе. Многие коллективы звертаются и до авторских творов. У наш час церква не забороняет православным певчам давать концерты. Как правило, такие выступления несут осветницкий, у чымсьці пропагандистский, у добрым сэнсе характер. С каждым годом з'являются все новые и новые фестивали церковной музыки, как сярод выканаўцаў, так и композиторов. Сегодня существует проблема даже, я бы сказал, церковного пения, которое обсуждается широко. Даже был регентский съезд в прошлом году в Москве. И слава Богу, что сегодня эти вопросы поднимаются, потому что действительно сегодня это очень актуально. Потому что бывают некоторые вот перекосы и перегибы, когда церковное пение это уже более концертным становится. Вот этого нельзя допустить. Есть люди, которые еще пока не дошли до храма и вряд ли дойдут. И для них концерт – это то место, где они могут, единственное место, где они могут услышать, может быть, даже случайно туда зайдя, кто-то из знакомых прихватил, о, свободный вечер, пойдем послушаем вот там музыку классическую. Оказывается, концерт церковной музыки. И касается что-то сердца, неминуемо касается. А потом уже человек может и в храм зайти. Это у них там так поют, ну пойду-ка послушаю. А потом начинается путь человека к Богу. Я таких примеров очень много знаю. Здавалася б, калі хор падчас набажэнства не павінен прыцягваць да сябе ўвагу, ці не прасцей проста абыходзіцца падчас свяшчэнадзейства без яго. Як мы ўжо высветлілі раней, літургія праваслаўнай царквы пабудаваная ў форме дыялогаў, так што святар звяртаецца да кагосьці. Дык ці можна выкрасліць вакальны калектыў з жыцця царквы? По канонам церкви, для того, чтобы состоялось богослужение, необходимо как минимум два человека. Это священник, который возносит свои прошения к Богу, и человек, который отвечает на это «Аминь». То есть кто-то должен отвечать. Вот по уставу священник и псаломщик, вот так вот называлось, раньше должность, вот скажем, регента, вот, могли вот вдвоем совершать богослужение. И
это было полноценное богослужение. Если мы представим себе богослужение в монашеской келье вот прошлых веков или сейчас на Афоне, предположим, там может быть вообще 2-3 человека, и они совершают полный круг богослужений. Монастырское спевание во все часы отрознивалось от городского. По-первых, вядома, службы больше долгие, больше засяродженные. По-другое, ранее у обители спевали выключно сами монахи, без какой-нибудь профессийной музычной адукации. Свою церковно-певчую практику яны отрымливали одразу на клиросе. Сегодня мы поговорим об Свято-Елисаветинском монастыре и его хоровой культуре. И вот у нас в монастыре мы придерживаемся пения древнего, но в разных его видах, в разновидностях, поскольку у нас много хоров, ну, основную нагрузку несет хор монашествующих сестер, поскольку у нас женский монастырь. Они поют очень много служб утром и вечером. Вообще у нас очень много служб в монастыре, потому что очень много разных попечений. У нас только 17 литургий в неделю у нас. Поэтому нужно много хоров. Монашка Иулияния пришла до веры у 90-х. Покольки по адукации была музыказнаўцам, яе, як и у всех профессионалов, отправили одразу на клирос. Тады на 3 года яна стала пеучай у хоры сваёй сяброўкі ў Петрапаўлаўскім саборы. З часам святыня пашыралася і з'явілася патрэба яшчэ ў адным калектыве. Пробашч парафіі прапанаваў Ірыне Дзянісавай стаць рэгентам новага ансамбля. Я даже руку баялась падняць. Ну, там што-то такое павтаряла за сваім рэгентам, видела, как она делает. Вот. Хаця, конечно, музыканту, рэгенту не обязательно иметь дирижёрское образование. Показывает жизнь. И не только я это по своему опыту сужу, по многим другим. Хор довелося организовывать у прамым сэнсе з нуля. Пеучими стали сябры, коллеги и вучни Ирыны Дзянісавай. Так коллектив пополняўся знаёмымі, знаёмымі знаёмых и вырос до масштабного профессийного ансамбля. Все закончили консерваторию или на тот момент учились еще там. И стали потихоньку изучать вот это новое для нас всех тогда, нового церковленных людей 90-х годов, новое искусство церковного пения. Так мы пели там 10 лет, а потом моя жизнь сложилась так, что я приняла решение идти в монастырь. А хор как бы попел немножко там без меня, но потом все-таки было принято решение монастырским начальством, что нет, нельзя такой хор разваливать и отделять регента от хор. Мы же одно целое. На той момент при монастыры уже існаваў сястрыцкий хор. Ён был створаны у 90-х на основе аматорского коллектива сестер милосердности, якія наведывали хворых республиканской психиатричной больницы у поселку Новинки. У 99-м годе, коли официйно был заснаваны монастырь, удельницы хору стали его насельницами. У монастыры утварился монаский хор. Зараз у яго складзе падчас святочных службаў 25 чалавек. Таксама ж быў і братэрскі хор. Ён узнік у 2001 годзе і складаўся з некалькіх братоў, якія працавалі ў манастыры. З часам ансамбль пачаў папаўняцца. Сталі прыходзіць новыя людзі, і на сённяшні дзень склад цалкам абнавіўся. Аднак гэтыя калектывы ўжо не спраўляліся з той нагрузкай, якой з кожным годам становілася ўсё больш, і было прынята рашэнне стварыць яшчэ адзін хор. Они не поступили в монастырь, поймите правильно. Они приходят, живут, конечно, у всех семьи живут в миру и приходят петь Богу по праздникам и воскресным дням. Таким чином при монастыры утворился и святочный хор под кіраўніцтвом монашки Иулиянии. У монастырский период репертуар коллективу значно изменился. Великую частку его складают спевы авторства не только регента, але и композитора, монашки Иулиянии Дзянісавай. Основной задачей хору заўсёды застаецца прыгажосць и добраўпарадкованность церковного набаженства. Так само при монастыре есть 2 дитячие хоры и 2 хоры белых сестер милосердности. Хотелось бы отзначить, что у репертуара любого церковного хору повинны быть не только каноничные тексты. Авторская православная музыка мае велизарную популярность. Так прабатькам такой традыции можно назвать Паула Чеснакова, композитора конца 19-го стагоддзя. На его рахунку больше за 500 хоровых пьес, якія выконваются и по гэты день. При этом его сочинение является материалами не только для церковных коллективов.
творы Чеснакова часто можно пачуць і ад зорак опернай сцэны.